Всем привет, с вами Большой Саша, и сегодня у нас на обзоре камера C3X от компании ZEISS. И за 60 секунд я постараюсь рассказать ее основные особенности. Поехали! Первое, на что обращаешь внимание, это наличие двух объективов. И это не как у айфона для того, чтобы снимать близко или далеко. Камера снимает одним глазом в черно-белом режиме, а вторым в цветном. Далее процессор склеивает это, и мы получаем цветное изображение в ночи, без какой-то супер выдержки и при этом с высокой детализацией. Также у камеры есть слот под карту памяти и современный кодек H265, который позволяет записывать больше видео, сжимая его. У камеры есть встроенный микрофон, динамик и сирена. Мы можем записать свой аудиофайл и использовать его для активного отпугивания людей. Также камера может распознать в кадре человека и автомобиль и применить разные тревоги. В мобильном приложении вы получите уведомление, что человек появился на участке. Добавить такую камеру и установить вы можете с помощью мобильного телефона. Сосканировав QR-код, буквально за минуту можете установить и наблюдать через облако, что происходит у вас на участке. Это самое важное, что есть в этой камере за 60 секунд.